Друзья, вчера я не успел сделать результаты на аккаунт с общим рейтингом 109. Сегодня в 7 часов, либо в 8 часов вечера по киевскому времени результаты. С вас всего лишь поставить лайк, обязательно быть подписчиком моего канала, также добавить мой ролик в ваш плейлист и написать в комментариях свою соцсеть, чтобы я сумел с вами связаться. Учитываются только 3 последних ролика, которые я выпустил за последнее время. Все условия я буду проверять с помощью программы, так что, пожалуйста, выполняйте их. Те, кто еще не подписан на мой телеграм-канал, обязательно подписывайтесь, потому что там всегда находятся результаты. Все доказательства, то, что я даю аккаунты, там тоже находятся. Так что давайте участвуйте как можно скорее и получайте от меня топовые награды. Эй, друзья, всем привет, с вами Влад Кабуса. Сейчас я перехожу вместе с вами в события. Трансферное окно. Будем открывать. 930 жетонов у меня есть. Хорошие игроки. Мастера есть. Элитные игроки есть. Я не знаю, кто мне сегодня выпадет. Я хотел бы, конечно, чтобы Бруно Фернандеш выпал. Я не особо верю в свою удачу, но если вдруг мне повезет, то это будет нереально круто. Ангелина также есть. 105 ускорения, 115 скорость рывка, 99 завершения. Еще из Бундеслиги. Сусо. Это из Севильи, испанец. Да, конечно, в этом году eSports начали удивлять. Вначале было непонятно что, но теперь, конечно, eSports именно исправились и делали у нас годные события, там, где у нас есть реально шансы получить одних из самых лучших игроков, которые существуют в данной игре. Так, давайте откроем жетон окна. 1250 самоцветов я потрачу. Для того, чтобы у нас было ровно 1000 жетонов. Получили жетон окна. Нажимаем далее. Так. 100 жетонов, я готов открывать эти наборы. Не знаю, что мне выпадет. Я хотел бы, чтобы удача была именно сегодня на моей стороне. Что вам выпадало в этих наборах за 100 жетончиков? Напишите, пожалуйста, в комментариях и похвастайтесь вашим уловом. А я пока открываю. Друзья, сейчас из-за происходящего в мире осталось совсем мало крутых спортивных событий. Но UFC все еще на плаву, и нас ожидает множество крутых боев. Каких именно боев, вам подскажут мои друзья из OneX. В этом нелегком деле они точно самые лучшие. Для того, чтобы вы могли сделать быстрее свой выбор, смотрите в закрепленных комментариях. И... ну, Даниэль. 89 рейтинг. Так красочно выглядят эти карточки, мне нравится. Пойдет на все 100%. Это, кстати, очень неплохой улов. Мог игрок с рейтингом 86, конечно, выпасть. Еще 9 наборов у меня есть. Не представляю, что может выпасть. Ведь удача она такая. Мартин. Ну, вот о чем я и говорил. 86, так 86. На мастера рассчитывать, конечно, не стоит, потому что редко не попадают. А, тут усиление навыков еще добавили. Вот в чем прикол. А вот усиление навыков мне не особо нужно. Мне нужен именно мастер, чтобы выпал. Тут монеты еще добавили. Монеты, усиление навыков. Бовен. Да, конечно, тут 50 на 50. Вначале я думал, то, что будет супер-пупер. А сейчас понимаю, 50 на 50. Не то, чего я ожидал. Вот именно то, о чем я говорил, усиление навыков мне вообще не нужно. Мне лично нужно, чтобы игроки выпадали. Даниэль. 87 рейтинг, это уже лучше, нежели чем ничего. Как только мы откроем 8 наборов за жетончики, то у нас будет шанс, какой? Будет шанс получить мастера, либо элитного игрока. Набор топ-трансферов. Да снова усиление навыков. Как же ненавижу это усиление навыков. Бруно. Ангелино. Сусо. Один мастер. Всего лишь один мастер. Выпади мне. Знаешь, что я прошу? Очень многое. Бовен. 86 рейтинг. Но это, конечно, слабовато. Остается ровно 4 набора у меня. Я не знаю, что ожидать дальше от этих наборов. Хотелось бы, однако, чтобы выпадали жесткие игроки с рейтингом 90+. Но пока выпадает именно усиление навыков, которое мне явно не нужно. 3 набора остается. Шансы все же есть. Да что ж такое, 88 рейтинг. Вот выпадал нам рейтинг 88, 89, 86. Не хватает всего лишь Бруно. А, то смотрите, как оно все поменялось резко. Не то, чего я хотел бы. Вот мастера, вот реально хотелось бы, чтобы прямо сейчас мне мастер выпал. Но чувствую, монеты выпадут. Логотип. Есть! Пьете 90 рейтинг!
Но вот это вот интересно. Вот так вот. Я думал уже все, все потеряно, а тут пьяди попадают. Ух, не рассчитывал, конечно, на мастера, но все же удача мне улыбнулась. Логотип плюс еще получили. Последний набор могу открыть. Посмотрим, что у нас осталось. Прикиньте, второй мастер подряд выпадет. Если второй мастер выпадает подряд, то это я лакер года. Но если он не выпадает, то, конечно, эпик фейл начинается. Да, 86 рейтинг. Но зато нам выпал мастер. Я уже этому рад. Очень-при-очень. Когда тебе выпадает мастер, то я уже сразу начинаю понимать, что я не просто так это все делал. Хотелось бы, однако, получить окочу, но для того, чтобы окочу получить, придется позадроить и так нехило. Записываю прямо сейчас на аккаунтах у своих подписчиков. Так, 100 жетончиков снова трачу. Бруно хотелось бы получить. Не факт, что сумею, но хочу все же. Ну, 86 рейтинг, так себе, так себе. В самом начале не особо прикольно, когда тебе такой рейтинг выпадает. Если бы еще раз мастер выпал, тогда был бы выпуск идеальным. Но на мастера на самом деле за 300 жетонов нету смысла рассчитывать. 250 тысяч монет. Да. Конечно, игроки достаточно мало будут монеток стоить совсем скоро. Да так, в начале, именно когда они только вышли, тогда еще и цена более-менее так держится. Да ну нафиг, 5 и второй раз выпадает. Ну вот это, я понимаю, удача просто на высочайшем уровне. Интересно, сколько сейчас он монеток стоит? Мне просто интересно. Рынок. 400 тысяч монет стоит, это ж пипец просто. С помощью промокода капуста FIFA вы сумеете получить бонус до 100 бачей. Надоела нехватка монет? Устали от блокировок? Тогда пишите мне в личных сообщениях ВКонтакте. Цены будут приемлемы для каждого из вас. Молодые люди, мне немного впадлось их сейчас включать камеру. Давайте так подкрываем. Переговоры, топ трансферов. Откроем на аккаунте у Мишани Лучаева. Миша, большое тебе спасибо. А вообще, большое спасибо всем подписчикам, которые мне предоставляют свои аккаунты. Если у вас вдруг есть возможность предоставить мне аккаунт, там где находятся очки различные, и я могу у вас открыть наборы, пожалуйста, предоставляйте мне. Ссылка моя находится в описании, вот там вот внизу. ВКонтакте, либо в телеграм-канале, пишите мне. А пока что выпадает не то, что я хотел. Ну-ка, давайте до конца пройдемся, посмотрим, что тут будет. Ну, выбор позиций, все. Такое все. Интересно было бы, если бы вдруг сейчас мастер выпал. Вот это был бы шок-контент. Да ну ладно, опять второй раз просто выпадает. Да ну, так неинтересно, но есть спорт. Просто скучновато, когда тебе выпадает именно усиление навыков. Ладно, третий, последний набор. Да опять, блин! И контракт трансферов. Всего лишь один контракт трансфера у меня есть, и осталось еще ровно 14, для того, чтобы можно было получить хотя бы одного мастера. Я не знаю, сумели я в конечном итоге получить одного из мастеров, но думаю, вряд ли. Без доната вообще никак. Ладно, мы возвращаемся сейчас к событиям. Трансферное окно. Нажимаем сюда. Три попытки. Ой, 5, я случайно нажимаю на него. Два раза он мне выпадал. Бруно Фернандеш. Если вдруг есть шанс получить твою карточку, то, пожалуйста, выпади мне. Просто, ну, осуществись мечта. Франциско. 88 рейтинг. Пако. Ладно, открываем еще два набора. Не представляю, что может выпасть, но хотелось бы, конечно, чтобы рейтинг 90+ был. Мастер. Знаешь, что ты можешь выпасть, но вряд ли ты мне выпадешь. Да, ну ладно. Три мастера за этот выпуск я получу. Конечно, записываю я 28 числа этот выпуск. В начале ролика у меня нарезка с 26 числа. Сегодня уже 28 число и ровно час ночи. Вот смотрите, час ночи записываю. Ой, не час ночи, 12 часов ночи. Ну и последний шанс. Давайте еще раз откроем. Блин, ну, конечно, интересно, когда тебе три мастера выпало. Это вообще круто. Мне так кажется. И 500 тысяч монет. Да, ну ладно, но это нереально вроде бы лов такой неплохой. 500 тысяч монет это максималочка, если я не ошибаюсь. А не, максималочка это 800 тысяч монет. Но пока что именно в этой рулетке я не наблюдаю именно 800 тысяч монет. Но могу так сказать, фартануло вроде бы. Жалко, конечно, то, что 96 рейтинг не выпал. Я вообще не знаю, кому какой рейтинг выпадал. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой вам максимальный рейтинг выпадал в этих наборах. Еще один аккаунт мне подогнали. Богдан Сычев, огромное тебе спасибо. Я пока открываю. Переговоры топ-трансферов. Полный набор у нас открыт. И прямо сейчас, что нам выпадет? Монеты 200 тысяч. Я не знаю, нормально, ненормально, вроде бы неплохо. Вы сами уже судите, это хороший улов или так себе в этих наборах именно переговоров. Ну и переходим к самому основному, это трансферное окно.
Шансы есть, но не верится. Не верится в то, что Бруно Фернандеш может выпасть. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы он выпал. Я просто хочу для того, чтобы именно вас обрадовать. Сусо, да ну ладно, это что за выпуск такой жесткий? Сколько мне мастеров уже выпало? Ну нереально много мастеров выпало. Хотя, конечно, открываю на разных аккаунтах, но все же дохренище мастеров мне выпало. Сусо, 92 рейтинг, ПВ. Блин, ну характеристики ядерные. Офигенно, конечно. Все же, на мастера нету смысла, ребята, рассчитывать, потому что, ну, второй раз не выпадает мастер. Ладно, идем дальше. Вермир. Как я говорил, мастеров больше не будет. Сейчас, походу, чисто монеты, может быть, усилки выпадут. Там 300 усилок может выпасть. А, Даниэль. Ну шо, последний шанс, последняя возможность. Ой, ребята, нервничаю. Походу, стоит закрыть глаза, но даже если закрою, вы этого не увидите. Парни, кто еще не подписан, ну-ка давайте, спускайтесь вниз, нажимайте на красную кнопочку, так, чтобы она стала серого цвета, и обязательно нажмите на колокольчик для того, чтобы он стал серого цвета. Если вы сумеете ровно за пару секунд подписаться, поставить лайк и написать в комментариях, что вам выпадало, то обязательно вам выпадет Бруно Фернандеш. Вот за эту неделю, либо за две недели он вам выпадет. Проверяем это вместе со мной. Ну а я открываю. Полагаюсь на свою удачу. И Пако. 88 рейтинг. Я хочу перейти на рынок. Интересно узнать, сколько ССО стоит. Думаю, мало, но... За то, что мы получили мастера, вот реально, это заслужит большой палец вверх. 776 тысяч монет. Ну... Со временем его карточка подорожает, вот прилично подорожает. Сейчас, может быть, даже не стоит его сливать, да где-то через недельку, либо две, когда нужно будет в СБЧ его вливать, тогда, конечно, его карточка подорожает намного. Друзья, я очень надеюсь на то, что вам понравился этот ролик. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх, пишите крутые комментарии вот там внизу. Ну а с вами был, как всегда, ваш Ватгабуса. Всем вам до скорых встреч, всем пока!